Всем привет! Это Тип Топ ТВ, я Марина, и вы снова со мной, а я с вами. Сегодня у нас с вами обзор покупок. Хотела с вами проконсультироваться, заодно, возможно, вам эта информация будет полезна или интересна. Купила я комбинезон. Пришлось купить даже два комбинезона, потому что не подошел размер. Заказ сделала на сайте Bonpri или Bonprix, как многие называют. Заказывала, как и обычно, 40 размер, потому что 38 немецкий бывает чуть маловат, на мой 46-48. И, как мне показалось, все-таки прогадала. Поскольку забирала в постамате, то возвращать нужно по почте. В принципе, процедура несложная, в течение 2 недель можно оформить возврат. Сейчас я покажу, что это за комбинезон. Этим летом, а также и осенью, естественно, в моду вошли опять комбинезоны, притом разнообразных видов. С рукавами, джинсовые, не джинсовые, в общем, разных цветов, разных фасонов. Вот, поэтому мне очень захотелось почему-то, вообще никогда не любила комбинезоны, но тут мне показалось, что мне комбинезон подходит, мне он идет, и я решила заказать такой небольшой эксперимент. Это комбинезон Body Flirt. Ткань тенсель, вот, посередине есть поясок, кулиска. В общем, очень такая выигрышная модель, потому что она скрывает недостатки фигуры и в то же время подчеркивает достоинства. Потому что спереди, посмотрите, ряд пуговок металлических. Вот, все я вам покажу потом на себе, обязательно примерим. Ткань очень легкая, тенсель, я не знаю, что это скорее всего, хлопок. Может быть, какое-то плетение особое. В общем, похоже на джинсу, но в то же время это очень легкая ткань, летняя. И в то же время, я думаю, что и осенью тоже будет этот комбинезон актуален. Поскольку мне показалось, что 40-й комбинезон мне великоват, я заказала тут же 38-й, потому что все мы знаем, как размеры быстро заканчиваются, если модель очень удачная. И буквально через несколько дней я получаю уже следующий комбинезон, который на мне 38-го размера. В каждый заказ вкладывается сразу же и заявление на возврат. Вам только нужно заполнить тут основные данные, паспортные данные, отметить причину возврата, и все, кладете все это назад в посылку и отправляете по почте, просто в пакете, в обычном почтовом. Вот. Единственное, что плата за пересылку, конечно же, ложится на наши плечи, на тех, кто возвращает товар. Ссылку на эти товары, конечно же, оставлю внизу в описании под этим видео в инфобоксе. Пройдите, посмотрите, может быть, другой какой-то комбинезон вам приглянется, понравится, потому что это сейчас просто пик сезона. Вот этот комбинезон 38 размера немецкого. Посмотрите, здесь есть карманы очень удобные, кулиска. Еще можно подтянуть с помощью пояска. То есть пояс развязывается, и можете подтягивать или наоборот немножечко ослаблять здесь. И еще очень удобно, что есть два положения. То есть можно носить этот комбинезон как на бедрах, имеется в виду вот линию талии, а можно подтянуть, и тогда получится вот здесь вот немножечко такое как бы провисание, складка, как раз то, что многие любят. Здесь ряд пуговиц, они закрыты планкой, но в то же время их видно, они металлические, можно расстегнуть верхнюю пуговичку. Рукавов нету комбинезона, спинка вот такая. Этот комбинезон хорош и в обуви без каблуков. Также он прекрасно смотрится в обуви с каблучками или более утонченный вид получается. А также этот комбинезон я надевала и с белыми кроссовками, с белыми кедиками. В общем, рекомендую. Вот это 38 размер, 40-й, когда я надевала, у меня вот здесь уже... И вот здесь очень большой запас. Единственный минус, который я обнаружила в комментариях по поводу этого товара, это то, что здесь маленький вырез. То есть, если расстегнуть все пуговицы до конца, все равно сложно надевать, снимать этот комбинезон, особенно тем, у кого широкие плечи, допустим, или большая грудь. Ну, у меня такой проблемы нет, поэтому, в принципе, комбинезон удобно надевать и снимать. Что еще хочу сказать про этот комбинезон, отметить. Эта модель хороша, как и тем, у кого узкие бедра, потому что благодаря вот этой драпировке, благодаря кармашкам, бедра получаются зрительно более округлыми, то есть это большой плюс. И вот как комбинезон смотрится вместе с джемпером, вернее, с кардиганом, вот с кофтой.
И еще учитывайте, что эта ткань тенсель, она немножко растягивается при носке. То есть этот 38 размер был по фигуре, как мне показалось уже, когда я его померила, и немножечко растянулся вот здесь, сзади. Вот. Так что еще не знаю, конечно, как этот материал будет вести себя после стирки, может быть, и подсядет. Ну, в общем, как я считаю, на 46-48 лучше всего 38 размер. И вот он, 40 размер. Видите, насколько здесь шире, больше. И как я не затягивала здесь пояс, все равно здесь получается вот такая большая складка, некрасивая. В общем, лишняя драпировка какая-то. Хотя, может быть, кто-то скажет, что этот размер хорош. Ну вот и все на сегодня. Надеюсь, что мой обзор, мои примерки вам понравились, а также были интересны или полезны. А если это так, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока и оставайтесь со мной.